Обмен опытом и укрепление двухсторонних отношений. Под таким девизом прошла первая в ходе визита встреча представителей Бишкекского городского кенеша с делегацией Московской городской думы. Делегацию российской столицы возглавляют председатель Московского парламента, а также два заместителя глав комиссий. Особое внимание планируется уделить социальной сфере. На сегодняшний момент мы обсуждаем все вопросы, начиная от общественного транспорта, заканчивая внедрением цифровых технологий. В этих областях есть очень много интересных наработок, которыми Москва с удовольствием делится со своими коллегами. Коллегами из Бишкека. Для нас это особо приятно, потому что мы можем оказать определенную помощь, поделиться опытом. И есть очень интересные законодательные новеллы, которые здесь есть в Киргизии. Мы тоже ими хотим воспользоваться. Официальное знакомство с кыргызской столицей для гостей началось с информативной презентации, в которой им подробно рассказали об истории Бишкека, экономической ситуации внутри города, а также о количестве жителей. Наши народные избранники отметили, что открыты для вопросов гостей, чем те не преминули воспользоваться. Интересовало московских депутатов, как столичные власти поддерживают малый и средний бизнес, а также развитие цифровой экономики в Бишкеке. Обсудили также схожесть и различия двух городских парламентов и другие вопросы. Я хотела бы отметить, что у нас одинаковые количество как в Московской городской думе, так и кенеш, 45 депутатов. В связи с этим у меня такой вопрос. А какое количество женщин и мужчин? У нас каждая фракция, в каждой фракции есть женщины. Вообще у нас парламент строится по принципу один к трем. То есть два мужчины и одна женщина. 30% женщин у нас в нашем городском парламенте. Московские парламентарии пробудут в Кыргызстане до 21 августа. За это время состоится ряд официальных встреч. Отметим, что это ответный визит. Делегация наших депутатов побывала в Москве зимой. Я поставил план, чтобы в первую очередь дружить со столицами. Это получается у нас Москва, Мосгордума, где мы были в феврале месяце в этом году. Потом у нас в планах была Астана. У нас никогда не было визита в Астану с городскими, столичными депутатами. Два месяца назад мы были с делегацией в Астане, подписали меморандум. Месяц назад мы побывали с официальным визитом в городе Пекин. И у нас была встреча с депутатами и председателем во главе Ливии. Отметим, что сотрудничество городских парламентов Бишкека и Москвы заметно активизировалось 5 лет назад. В 2012 году Бишкекский горкенеш и Мосгордума подписали декларацию о развитии сотрудничества. Екатерина Ступкина, Александр Симонов, НТС.